Авиация международной коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по больнице Организации «Врачи без границ» в Йемене. Об этом сообщают местные СМИ. Медучреждение находится в городе Реза, недалеко от границы Саудовской Аравии. По последним данным, жертвами обстрела стали 5 человек, около десятка получили ранения. Отметим, это не первый подобный случай. В октябре при бомбардировке была частично разрушена больница «Врачей без границ», расположенная в городе Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате воздушной атаки погибли 19 человек. Международная организация призвала немедленно прекратить атаки на медицинские учреждения в Йемене и потребовала создать условия для безопасной доставки гуманитарной помощи. Эту больницу в Йемене атакуют уже в третий раз, и мы не единственные, кого подвергают систематическим авиаударам. К сожалению, это всегда оборачивается трагедией для местных жителей.